Ну, это уже все происходило параллельно, то есть практически в один день, буквально в смысле. Поэтому, ну, я знаю Екатеринбург. Ну, по-моему, их просто достали уже все. От любой, даже специалист придет от партии власти, и, конечно, там он не пройдет. Там будет там. И эта власть прекрасно понимала, что если Ройзмана подтасовать, на улицах будет миллион. Ну, вот реально, я вот это чувствовал, я понимал это по настроению. Мы почему-то часто бываем в Екатеринбурге пару раз в году, поэтому я знаю. Ну вот, пожалуйста, все. Они выбрались, посмотрим. Посмотрим, они в этой системе, конечно, им очень сложно будет. Но, может быть, это какая-то маленькая травиночка к следующему. Конечно, надо, конечно, должны быть выборы. Хорошие, нормальные выборы, на которых должны побеждать люди, которые вот так же предлагают понятные, адекватные времени вещи, связанные с нами. Это их работа. Ну, то есть, если я выйду на концерт и скажу, что сейчас я буду жарить курицу, первые 10 минут, наверное, будет весело, а потом скажут, верните билеты. Мы пришли слушать песни. Курицу мы в другом месте послушаем. Вот абсолютно сейчас власть вот ровно то же самое делает. Она жарит курицу, когда ее просят сделать дороги. Она делает дороги там, где не надо делать дорог. Она делает все, наоборот, здравый смысл выключен. Они обслуживают личные интересы, вероятно. И запутавшись, так как нет инициативы, все боятся, вероятно, Путина, вероятно, боятся. Они делают глупости, дабы ему понравиться. Не сделать дорог, цель дорогу сделать. Ни мне, ни вам не понравится, не надо мне нравиться. Я Мизулина в жизни я не знал бы. Но работай, делай дело, разумное дело. Не убивай людей, а делай разумное дело.